Чатыры зоны отпочинка у Могилевской в области закрытые для купания и детей, и дорослых. Про это поведомили у областным центре гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья. У вогуле на Могилевщине официально існують 50 зон отпочинку. Зараз по якости пробу воды на 4 из них заборонено купание. У основном это Могилевские пляжи. Городский пляж на Дняпры, на Палыковичах, на Хребеневском озере и в Вильшицах Могилевского района. Санэпидемиологи удокладняют, пробы воды берут что день, и когда ситуация выправится, заборона будет снята. До того ж, у товариства рятования на водах кажуть, а пошними днями температура воды стала повышаться. Зараз она складая плюс 20 градусов, а это означает и повелишение колькости наведвельников пляжов. Там рятувальники нагадывают про меры безопасности, яких заўсёды трэба притрымливаться подчас отпочинку ля воды.